Жителям Покачи не хватает света. На улице Мира у одного из домов еще в 80-е годы высадили 30 берез. Теперь деревья выросли и не пропускают солнечный свет квартиры. Жильцы с прошлого года просят срубить березы. По закону они должны расти на расстоянии не менее 5 метров от жилых домов и других сооружений. В дело вмешались экологи. По их мнению, вырубка шаг опрометчивый. Дело в том, что березам и осинам здесь сложно приживаться, так как почва для них не совсем подходящая. В итоге усилиями местных властей и борцов за сохранение деревьев проблему будут решать поэтапно. Волонтеры экологического движения опросят всех жителей 16-го дома по улице Мира. Узнают, какие именно деревья стали преградой для проникновения солнечного света. И только потом определят необходимость вырубки. Утром 3 часа утра солнышко выйдет, а потом солнца нету. И темнота в квартире. Вот заходишь в квартиру, сыро и холодно, и белье не высыхает даже, постираешь. Аллея вырубаться полностью не будет, что будет произведена отдельная рубка деревьев, которые действительно находятся вблизи дома и угрожают и имуществу граждан, и сильно затеняют жилые помещения.